Маски снова возвращаются в нашу повседневную жизнь. Заболеваемость коронавирусом растет, а вместе с ним начались и сезонные простуды. Федеральный оперштаб ежедневно докладывает о 400 новых случаях заболевания коронавирусом в Ульяновской области. Только прививкой можно остановить эпидемию, так считает глава Цельнинского района и показывает это на своем примере. Уважаемые цельнинцы, друзья, коллеги, я хочу показать всему Цельнинскому району, друзьям, коллегам, личным примером хочу сказать, что спасти от COVID-19 только можно вакцинацией. Поэтому сам лично прививаюсь и прививается моя семья, и всех призываю вакцинироваться. В Большенагаткинской районной больнице ежедневно прививают и ревакцинируют десятки людей. На данный момент в районе 15 315 жителей прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Кроме того, многие одномоментно делают прививку и от гриппа, чтобы обезопасить себя и своих близких. Ну, считаю, что прививаться это крайне необходимо для защиты своего здоровья, для защиты своих близких, окружающих, так как в силу своих должностных обязанностей работы я имею общение с большим кругом людей, поэтому вот я приняла такое решение. Врачи неустанно твердят о том, что прививка – единственный способ остановить рост заболеваемости. Для тех, кто сомневается, медики готовы провести консультацию, где подробно расскажут о действии вакцины. Сейчас оптимальное время для того, чтобы выработался иммунитет, и в разгар болезни уже был достаточно антител. В настоящее время в Ульяновской области организовано 44 стационарных пункта вакцинации. Работает 31 мобильная бригада. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги, регистратуру поликлиники или позвонить на горячую линию 122. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УлПравда ТВ.